Степ, привет. Привет. Что делаешь? Вон поезд уже подъезжает. Смотрите. Поезда смотришь? Да, смотрите. Давай. Красиво. Он грузовой поезд доедет. Уголь, да, уголь. Интересно поезда смотреть. Да, вот, смотри, мост еще. А почему интересно? Потому что они возят разные грузы. Смотри, пап, мост трясется. Ага. Мост. Смотри, мост трясется. Да. Он какой длинный, да, поезд? Да, линия. Скажи, много сегодня поездов ты видел? Да. На сколько примерно? 10? Ну, наверное, я в Калуге, не знаю. Ну, часто ездишь, да, поезда? Да, оттуда и оттуда. Да? Да. И тебе нравится, да, смотреть? Да. Смотрите, там лампочка горит. Значит, там поезд. Еще? Еще поезд едет? Да. А, ну это маневровый, да. Давайте его тоже посмотрим. Идем за мной. Он едет по тому пути. Смотрите. Все покажу. Идем за мной. Едет сейчас по этому пути. Давай посмотрим, как он поедет. Сюда сейчас едет. Он маневрирует. Угу. Он вот, смотри, какая ровная, видишь? Это от него ровная. Вон он едет по дороге. Вон, смотрите, какой он большой. И он работает на газе. На газе. Uh-huh. На топливе работает. Uh-huh. А вот смотрите. Слышите, говорили, что я сейчас еду в Белую полоску. Он остановился. Вот там остановился. Представляете? Он там вагоны перевозит с места на место. А вон там уже Кировский рынок, да, Степ? Вот. А там мост и ездят машины. Пойдем еще поезд смотреть. Троллейбусы там еще есть. Автобусы, трамваи, машины. Тоже станция Пятилетка.
еще есть. А вы слышали это? Что-то загрохотало, да? Так, наверное, вагоны соединяются. Бух. Соединились. И все. А вон там наша машинка стоит. Да, вот. Маленькая. Вот. Далеко-далеко, вон, возле гаражей. Да, вот она стоит. Да, там вот дом построили. А там 20 этажей. 27 этажей. 27 этажей. Очень высокий дом, да. Да. А рядом строят еще один. Такой же. Такой же, вот. Да. Вот. Тоже. Будет очень такой высотный комплекс. А у нас тоже есть. У меня новый есть дом, вы знаете, он тоже большой, длинный. Нашего дома, у него 10 этажей. 10, а мы на каком этаже будем находиться? А мы на 4-м. Нет, а там, где твоя квартира? На 10-м. Это высоко? Да. А представляешь, как высоко на 27-м этаже, на последнем? Там вообще высоко. Вообще, да. Вы видите, это видите, значит, поезд какой-то.